Всем привет! Сегодня с вами я, Анастейшн, и перед началом этого ролика хотела бы извиниться за мое отсутствие, а все потому, что я победитель по жизни, и мне удалось заболеть на каникулу в чужой стране ветрянкой. Сейчас я уже практически здорова, это видно и по моему внешнему виду, по моей коже, так как у меня уже практически не осталось этих пятнышек. И давайте не будем тянуть и перейдем быстрее к видео. В этом видео я вам покажу некоторые свои покупки из Риги, которые мне показались интересными. И первое, что я купила, это была вот такая вот прикольная маленькая тележечка. Купила я ее, потому что мне нравится, как на заднем фоне у людей и вообще на столах стоят такие тележки, в них кладут или канцелярию, или какие-то маленькие вещи для декорирования, например, декоративные скотчи. Мне это очень сильно понравилось, так как здесь все открывается, закрывается, и она будет очень прикольно стоять, поэтому я ее решила взять. И следующая вещь, которую я купила, это была вот такая вот 3D штука. Я не знаю, как она правильно называется, но сейчас вы все поймете. Здесь стоит защитное стеклышко, а здесь есть вот такие вот палочки при нажатии, которые выдвигаются. То есть просто вот так вот. И, например, если вы надавите одним пальцем, то у вас вылезет ваш один палец. Следовательно, если ладошка, то ладошка. И в этой штучке можно выдавливать хоть палец вверх, хоть какие-либо фигуры, хоть что угодно. Мне показалось это очень интересным, поэтому я это решила купить. Следующая вещь я купила для своей сестры, и она реально очень забавно выглядит. По названию вы уже, наверное, поняли, что это вот такой вот хобот. Если бы он стоил дорого, я бы его не купила. Но так как он был дешевым, то почему бы нет? Этот хобот одевается на палец, и ты можешь типа играть. А следующие все вещи, это будет одежда. И начнем мы с той одежды, которая сейчас на мне. Это вот такая вот толстовочка. Сейчас я вам буду вставлять фрагменты, как это все на мне выглядит. У этой толстовочки вот такой вот прикольный капюшон с надписями. И также сейчас на мне зеленые джинсы, которые я там же купила. Сейчас вы это все увидите во фрагменте. Следующая вещь — это опять толстовка. Я очень сильно люблю толстовки и свитшоты, поэтому у меня их миллион просто. На этой толстовке есть надпись Leta Heta, и также нижние края ее как будто обрезаны. Следующая вещь — опять кофта-свитшот. Она не имеет никакой надписи или рисунка, она просто очень интересно выглядит. У нее вот такое вот интересное горлышко, а внизу, с двух краев, у нее такая вот шнуровка. Верхняя кофта также считается свитшотом. Она вот такая вот двухцветная. И мне она нравится тем, что с одной половинки девочка, то есть Минни Маус, а с другой половинки мальчик, Микки Маус. Сзади у нее просто идет разделение на два цвета, на серый и белый. Последняя вещь на сегодня — это футболка. Футболка такого бордового цвета с тремя мишками и с надписью Dress to Impress. А я надеюсь, что вам понравилось это видео, что вы обязательно поддержите меня лайком, также не забывайте про все мои соцсети, и пока-пока, до новых роликов!